С вами Николай Пивненко в проекте «Дата сегодня» 25 марта. День работников культуры России. С этим праздником принято поздравлять представителей творческих профессий, деятелей искусства, а также хранителей культурного наследия и их популяризаторов. Конечно, хочется пошутить на эту тему знаменитой кинокрылатой фразой: «Мы – старые работники культуры, но роль, безусловно, огромная у этих людей». От того, насколько каждый из нас вовлечен в общее культурное пространство, говорит о многих качествах нашей сегодняшней жизни. У родившихся в этот день 1767 год в этот мир приходит Иоахим Мюрат, сподвижник Наполеона, маршал Франции, король неаполитанский. Был женат на сестре Наполеона. В кампании 1813 года Мюрат принимает участие в ряде сражений, как маршал Наполеона. После разгрома в битве под Лейпцигом возвращается в свое королевство на юг Италии, а затем в январе 14-го переходит даже на сторону противников Наполеона. Во время триумфального возвращения императора к власти в 15-м году Мюрат хотел напроситься к нему в качестве союзника, но император отказался от его услуг, вспомнив прошлое. В 1942 году появилась на свет Арета Франклин, выдающаяся соул-певица. Ее считают величайшей исполнительницей в истории музыки именно в жанре соул. Более полувека ее альбомы не сходили с первых позиций, а песни продавались тиражом свыше миллиона экземпляров. К тому же 18 премий Грэмми при 44 номинациях. Именная звезда на голливудской аллее славы. И она первая женщина, которая попала в зал славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone поставил Арету Франклин на первое место в списке лучших вокалистов всех времен. Еще одна звезда, Элтон Джон, появился на свет в 1947 году. Настоящее имя – Реджинальд Кеннет Дуайт, английский поп-певец и автор песен. Говорят, что он смог освоить фортепиано в 4 года, а уже в 11 стал настоящим виртуозом этой игры и стипендиатом Королевской академии музыки. Ну а потом начинается умопомрачительная карьера певца и автора песен. 8 концертов, кстати, Джон дал весной 1979 года в Ленинграде и Москве. Это была первая крупная гастроль западного рок-музыканта в Советском Союзе. А еще Элтон Джон имеет необычное хобби. Он коллекционирует редкие оправы для очков, что, впрочем, всегда бросается в глаза, когда мы видим его концертный и не только образ. 1956 год, день рождения советского и российского актера, юмориста, исполнителя Ефима Шифрина. Ну а теперь о некоторых событиях. 25 марта, год 1828. Из трехлетнего кругосветного плавания возвращается экспедиция Дюмон-Дюрвиля, обнаружившая место гибели экспедиции Жана Франсуа Лаперуза. Поиски продолжались около, внимания, 40 лет, пока, наконец, в 1826 году английский капитан Питер Дилан не обнаружил на острове Винникоро следы кораблекрушения. В 1828 году остров посетил Дюмон-Дюрвиль, корабль которого в честь корабля Лаперуза назывался «Астролябией». Он подтвердил сообщение капитана и поставил на месте крушения памятник. Год 1876. Первый официальный международный футбольный матч. Играют Уэльс и Шотландия. Все происходит в Глазго. Шотландцы выигрывают со счетом 4-0. Год 1922. Решение президиума в ЦИК о приведении всей Красной Армии и Красного Флота к красной присяге. Революционному торжественному обещанию. Днем приведения к присяге назначено 1 мая. 1957 год. 6 европейских стран – Франция, Бельгия, Люксембург, Западная Германия, Италия и Нидерланды – подписывают так называемый Римский договор о создании Европейского экономического сообщества – Общий рынок и Европейского сообщества по атомной энергии – Евратом. До создания Евросоюза было еще несколько десятилетий. Год 1985 по центральному телевидению начинается премьерный показ телефильма «Гостья из будущего».
Удивительная история приключилась с Николаем Герасимовым, когда он отправился в магазин за кефиром. При этом он еще и школьник. По дороге в продуктовый магазин он находит и активирует машину времени, перенося себя в 2084 год. Роботы, странные машины, инопланетяне, устройства, которые, естественно, умеют читать мысли. В общем, возможности нереальные. Вот что ожидает нас через 130 лет. Впрочем, уже гораздо меньше. И кто-то наверняка точно сможет узнать, что же будет в 2084 на самом деле. Год 1995. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон выходит на свободу. Он отбывает 3 года в тюрьме за изнасилование. Потом окажется, что впредь от него надо беречь еще и свои уши. 2018 год. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Площадь пожара 1600 квадратных метров. Обрушается кровля, перекрытие между 4-м и 3-м этажами. Пожару присвоен 3-й номер сложности по 5-бальной шкале. А на территории Кемеровской области вводится режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В результате пожара погибает 60 человек, из них 37 детей. Ну и последнее. 25 марта 1974 года на экраны страны выходит фильм Василия Шукшина «Калина Красная». Свою последнюю и самую успешную, по мнению многих критиков, картину Василий Шукшин создает, как ни странно, благодаря чиновникам из Госкино. Режиссер долго вынашивал планы фильма о Степане Разине, но ему поставили условия. Прежде чем приступить к работе над исторической драмой, сначала снять ленту о жизни современной. Большинство зрителей после просмотра рыдали, но некоторые возмущались. Безобразие? Рецидивиста воспели? Через полгода после выхода картины, в которой героя Шукшина убили, 45-летний Василий Макарович умирает. Его хоронили с ветками калины в руках. А «Калину Красную» продолжали исследовать как энциклопедию советской эпохи 70-х. Вот некоторые знаменитые выражения из этого фильма. «Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. 100 листов, их же надо взлохматить. Они у нас, собаки, спляшут, и не маленьких лебедей, нет. Железное болеро, краковяк в присядку. Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такое, знаете, бальдельеро. И народ для разврата собрался. И как это точно иногда». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».